здравствуйте. Давайте поговорим о главных новостях этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Тыловая крыса. Кто оброс жирком на войне и где теперь худеть будет? Подал голос. Находящийся в розыске Портнов звонил в МВД Украины. Треск духовных скреп. Россия встретила в штыки звягинцевского «Левиафана». Взрыв в Харькове. Менее часа назад возле московского райсуда сработало взрывное устройство. По предварительной информации, которая у нас есть на эту минуту, пострадало как минимум 6 человек. Среди них есть и тяжело раненые. Все подробности мы узнаем у Лидии Калининой. Сейчас моя коллега подъезжает к месту происшествия. И немного позже мы узнаем все, что ей удастся узнать. Подорвался на тушенке. Наручники одели на офицера, который наживался на войне. Кто и на чем погорел? Елена Зорина подробнее. Кто греет руки на войне? Не так давно один из чиновников Минобороны хотел нажиться на поставках дистоплива. Это было в ноябре. Организаторы схем вроде бы раскрыты. Теперь вот новый скандал. На этот раз речь идет об одном из чиновников Нацгвардии. Он хотел, чтобы нужная фирма поставляла военнослужащим мясные консервы. За это потребовал 230 тысяч гривен. На взятки и погорел. В эпицентре коррупционного скандала оказался начальник тыла Нацгвардии. Уже известно его имя. Это подполковник Святослав Манжура. В прошлом руководил продовольственной службой, занимался госзакупками для Академии внутренних войск, а ныне Академии Нацгвардии в Харькове. Факт взятки задокументирован, вместе с ним задержаны и подельники, посредник и руководитель фирмы, которая была заинтересована в поставках. Вымогал неправомерную выгоду в размере 10% от загальной суммы, яка виставлялась на тендер. Ця сума складала 570 тисяч, 5,7 мільйона гривень. В задержании участвовали следователи Генпрокуратуры, военной прокуратуры и спецподразделения СБУ. По нашей информации, все это происходило в Киеве, в том же районе, где находится главк Нацгвардии. В пресс-службе информацию о коррупционном скандале нам подтвердили. А вот те, кто там работает, о произошедшем говорить не хотят. Что вы первый раз чуете? У меня никакого не было затрима. На громкое задержание уже отреагировал и президент. Собственно, он и рассекретил имя тыловика и предупредил, так будет с каждым, кто решит заработать на военных и опозорить честь мундира. А в Генпрокуратуре параллельно проверяют причастность задержанного к продвижению еще одной фирмы к победе на тендерах. И она тоже занималась мясными консервами. Уголовное производство по этим эпизодам уже объединено. Ну а если вину чиновника докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Елена Зорина, Елена Митясова, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. В ГПУ и СБУ знают, кто должен понести наказание за теракт под Волноваха. Это руководитель так называемой ДНР Александр Захарченко. Именно он, подозревают в ведомствах, сознательно отдал приказ обстрелять украинский блокпост, когда там проезжал рейсовый автобус с пассажирами. 13 января в результате обстрела погибли 12 человек, еще 18 ранены. Следствие подтвердило, что снаряды выпускались с территории подконтрольной боевикам из трех градов. Одновременно 88 ракет. Це мінімум три установки БМ-21. Саме вони масовано за прямою директивою терориста номер один в ДНР, так званого голови, здійснили масований обстріл. Прямі накази ватажків своїм терористам-виконавцям здійснювати такий обстріл. Постріли снарядів було здійснено з району північно-східної околиці міста Докучаєвська 120-міліметровий некерований реактивний осколочно-фугасний снаряд, який було відстріляне з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Новости с востока Украины. С нами на связи Роман Бачкала. Рома, здравствуй. Как прошел сегодняшний день в зоне АТО? Добрый вечер, Алексей.
Ну, в Донецкой области ситуация остается напряженной. Все внимание, конечно же, к Донецкому аэропорту. С утра там было относительно спокойно. Практически не были слышны звуки выстрелов. Террористы зализывали раны, производили перегруппировку сил, поскольку они понесли существенные потери. По нашим данным, убитыми более 100 человек и более 300 ранеными. Донецкие больницы переполнены. Переполнены и морги, надо сказать. А вот после обеда боевики активизировались. Ближе к вечеру в новом терминале Донецкого аэропорта произошел обвал, рухнуло перекрытие бетонное между первым и вторым этажами. К сожалению, украинские военные были ранены. Их точное количество пока неизвестно. Медицинскую помощь им пытаются оказать прямо на месте, поскольку возможности эвакуации, ну, она очень, очень сложно это сделать. Некоего надежного коридора уже давно нет. Но самое главное, что по состоянию на сейчас, за прошедшие сутки, украинские военные не потеряли ни метра той территории, которую они занимают в новом терминале Донецкого аэропорта. Что касается ПЕСа, то хочу опровергнуть информацию, которую сегодня распространили некоторые российские СМИ, сепаратистские, о том, что якобы украинские военные покинули свои позиции в этом населенном пункте. Это неправда. Мы общались с бойцами и добровольческих батальонов, и вооруженных сил. Они по-прежнему занимают свои позиции, опорные пункты, и не собираются их бросать. Ну и, конечно, обращает на себя внимание сегодняшняя трагедия в Дебальцево. Рано утром террористы обстреляли этот населенный пункт. Погибло трое мирных жителей, среди них ребенок. И вот ближе к вечеру, буквально полчаса назад, появилась вот такая свежая информация о том, что какими-то необычными градами было обстреляно Дебальцево, уж больно большие воронки оставили снаряды, и вот возникла версия о том, что, возможно, террористы применили более смертоносную реактивную систему залпового огня «Ураган». Сейчас военные специалисты выясняют этот вопрос, и вот как нам прокомментировали этот случай в штабе АТО. Ракеты влучили как в центр города, так и по околицам. Вже є підтверджена інформація про трьох загиблих – це дитина, жінка, чоловік. Також на цю хвилину є інформація про те, що вже більше 30 звернень громадян про руйнування помешкань та інших приміщень. Ну и напряженная обстановка, конечно, и в Луганской области. Ее эпицентр – это село Крымское Славяносербского района. Там под постоянным огнем позиции 24-й бригады. Особенно тяжело приходится бойцам, которые находятся на 31-м блокпосте. Он обстреливается с трех сторон, находится на такой открытой местности, на Бахмутском шоссе. Занимает такое стратегическое место. Мы общались с ребятами, сумели к ним добраться. И они нас заверили в том, что их боевой дух на высоком уровне, и отступать они никуда не собираются. А в соседнем с Крымском городе Стаханов, который сейчас оккупирован, тоже такая интересная информация оттуда поступает, что боевики стали обстреливать жилые кварталы. У них такая перемещающаяся такая минометная установка, из которой они производят огонь. А после этого в обстрелянный участок приезжают вот эти вот предводители сепаратистов и убеждают местных жителей в том, что якобы это все дело рук украинских военных. Еще такая любопытная информация из Алчевска. Там сегодня были замечены люди в военной форме, характерной внешности, которые рассказывают местным жителям о том, что они прибыли из Бурятии и прибыли для того, чтобы защитить мирных жителей. Были слышны звуки выстрелов сегодня в городе Счастье. Ночью город этот был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Град». Неспокойно в станице Луганской. И вот там также было обстреляно село Теплое. И обращает на себя внимание то, что вот после того, как активизировались боевые действия, больше стали страдать не только военные, но и мирные жители. И вот по нашим наблюдениям в этих вот селах, которые сейчас оказались в такой зоне активных боевых действий, даже не поднимается вопрос эвакуации этих жителей. Хотя остались там в основном только те, кому ехать просто некуда. Это пенсионеры и люди небольшого достатка. И вот наш сегодняшний репортаж, он посвящен именно этим людям, тому, с чем им приходится сталкиваться, как они выживают в этих страшных условиях. Вот там внизу село Крымское, по сути дела, крайнее село, которое продолжает контролировать Украина. Крымское оказалось в эдакой подкове, справа и слева, и там дальше от него позиции боевиков. По сути дела, эта дорога осталась единственной, по которой еще можно более-менее безопасно перемещаться. Как у вас? Ух ты, ничего себе. Вы уже, наверное, по звуку можете определить, что это. Вот сейчас, что это стреляло. Хочет она дышаться тишиной.
Я хочу слышать тишину. Это легко? Если мы живем каждый день под бомбежкой, это легко? Ваша позиция. Кошмар. Ну вот все, прячемся. Работают грады. Да, часто вам приходится сюда? Мы каждый день. И все это откладывается вот тут. Кажут, что есть 300. Кажут, что один есть. Да. Один десь есть, да? Да. Так, пока что. Сразу. Там потом дайся чути. Вікно на голову порізало. Даже здесь на полу лежат следы штукатурки. Где-то очень близко ударило. Ну, мы это очень так хорошо, отчетливо слышали. Да. Теперь второй провод давай, натягивай. Вот это то, что прилетело сегодня ночью, когда мы прятались в подвал в соседнем доме. Вот сюда приземлился этот снаряд. Крещение под градами встретили и в оккупированных Донецке и Луганске. Давайте послушаем жителей городов. Донецк равняли землей. Нельзя прицельно бить градами. Мирные жители, 9 человек, только по официальным данным, 44 раненых. Рушится структура, разрушено очень много домов, больниц, школ. Несмотря на то, что объявлено было перемирие и обещали на крещение не стрелять, но, к сожалению, на восьмерке, там, где проходило священное купание, за спиной были слышны свисты пуль из тяжелого оружия. Основной проблемой, наверное, сейчас Луганская является просто паника, которая царит в городе последние 2 или 3 дня. Связана она в первую очередь с тем, что правительство ЛНР приняло закон о мобилизации. Молодые люди с возраста 25-45 лет просто стараются убежать, потому что никто не хочет воевать за этих ватажки в ЛНР. Многие выезжают через Россию, возвращаются, например, в Харьковскую область. Правительство ЛНР сейчас будет предпринимать какие-то действия просто, чтобы закрывать границу с Россией, для того, чтобы люди не бежали, для того, чтобы пополнить живым пушечным мясом, чтобы как-то разбавить российские войска. На этой всей волне люди, наверное, начинают понимать, как хорошо было в Украине. Сейчас в социальных сетях активно раскидываются призывы к дню соборности принять участие в твиттер-шторме «Луганск – це Україна». Із водохрещами Україна. Христос ся хрещає, славімо Його. А Донецк встретил этот праздник под залпы тяжелой артиллерии, как и Рождество. Обстрел продолжается практически без перерыва. Очень много есть разрушений в городе, есть погибшие даже. В школах занятия отменены, общественный транспорт ходит очень плохо. Но вообще люди все стараются находиться дома, а некоторые даже перешли снова жить в подвалы. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в аэропорту Донецка. Участились атаки террористов, не удавалось вывозить раненых и погибших киборгов, поэтому наши военные пошли в наступление. Об этом сказал президент Порошенко на встрече с премьером Польши Евой Копач. И добавил, Украина в любой момент готова подписать договор о прекращении огня при условии полного выполнения Минских соглашений. Ми готові до негайного скликання трьохсторонньої контактної групи, проведення засідання міністрів закордонних справ в нормандському форматі, готові до саміту в нормандському форматі в Астані або будь-де в іншому місці для забезпечення підписання графіку імплементації Мінських угод. Чем ожесточеннее бои за Донецкий аэропорт, тем больше раненых украинских бойцов. Сегодня и вчера их принимали больницы Днепропетровска и Одессы. Что рассказали киборги нашим корреспондентам, смотрите.
За последние трое суток в Днепропетровск поступило 93 раненых бойца. Их распределили по разным больницам города. Однако врачи не скрывают, возможны новые поступления, поэтому готовят новые койки. Из поступивших 16 в тяжелом состоянии. Четверо еще вчера балансировали на грани жизни и смерти и перенесли по несколько операций. Перелито больше 10 литров крови. Я так полагаю, что если все будет нормально, все не должны выжить. Это было самое трудное. Вот крещенская такая ночь для больницы Мечникова, потому что операционная. Работали круглосуточно. Даже в реанимации они рвутся в бой. Как этот парень, он получил тяжелые ранения. Стреляли из той самой артиллерии, которая появилась у боевиков после последнего российского гум-конвоя. Нужно не пропускать сюда гум-конвоя из России. Перекрыли границу любыми способами. Это мнение каждого солдата. Танки, минометы, артиллерия. Танк в светлое время суток. Выходит с южной стороны терминала. Долбит, выбивает колонну. Защитники аэропорта столкнулись и с новым оружием боевиков, отравляющими газовыми шашками. Тебе починає якби рвотний рефлекс, це перше, і друге починає ці сльози, і ти якби якусь долю секунди не соображаєш, ми мусили падати до землі, хто вкривався спочатку тканинами, щоб дихати. Потім ми вже придумали таке спасіння, що зробили вологі салфетки. В Одессу накануне самолетом доставили 29 военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО. Большая часть из них – так называемые киборги, защитники Донецкого аэропорта. Всех разместили в военно-медицинском центре Южного региона. Ранения – легкой и средней тяжести, в основном минно-взрывные, переломы и осколочные. Все стабильные. Прогноз благоприятный. Никакого уныния, никакого пессимизма, очень высокий моральный дух. Оказавшись перед камерой, прежде всего защитники аэропорта хотят задать вопросы чиновникам из кабинета министров. Что нас завозили не как раньше, не по-боевому, с одним автоматом, с одним рожком. И те сепари, которые нас стреляли, они нас шманали, забирали лишнее оружие. Вот. Нашему правительству для чего всего? Жители Одессы, узнав о прибытии раненых, с самого утра выстроились в длиннющие очереди на областной станции переливания крови. Хочу помочь тем, кто приехал с аэропорта. То есть, если меня там ранят, да, мне тоже понадобится кровь. Впрочем, выяснилось, что крови для раненых в Одессе хватает. Пока. Ведь, судя по ожесточенным боям, в ближайшие дни в Одессе стоит ждать еще одного борта с бойцами из-под Донецка. Андрей Анастасов, Наталья Грищенко, Евгений Коденцов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Последние новости из Мариуполя. С нами на связи телефоном. Очень сложно установить видеосигнал. Мой коллега Александр Пантелеймонов. Саша, здравствуй. Какая у вас ситуация сейчас? Да, Леш, добрый вечер. Сейчас на мариупольском направлении по-прежнему напряжен. Всех на 10 артиллерийских обстрелов наших позиций. И это не считая перестрелок из стрелкового оружия. Тяжелее всего в Гранитном, Толоковке и Сартане. Там обстреливали градов. Одиночные артиллерийские залпы слышны практически везде. Вот сегодня нашим бойцам удалось обезвредить вражескую диверсионную группу, а в руки бойцов 28-й бригады попали целых 5 сотрудников так называемой полиции ДНР. Сейчас работают контрразведчики. На блокпосту сразу сказал, ой, мы за Украину, грабят людей, избивают, потому что ну, там же комендантский час. Не успел, опоздал. Попал в полицию. Они там издеваются над этими, над людьми. Вот наши бойцы говорят, главная новость последних дней – это то, что командование разрешило открывать огонь артиллерии в ответ на обстрелы с той стороны. Также бойцов постоянно поддерживают и волонтеры. Вот подарили дорогой тепловизор тем ребятам, которые на передовой. Собрали на него пенсионеры Мариуполя. Да, скажут, Ваня, да... Вот этот тепловизор, Пульсар 50, передаем его ребятам. Пожалуйста, пользуйтесь. Будем пользоваться. Спасибо всем людям, которые помогли.
Ну и к вечеру обстрелы немного стихли, но абсолютной тишины все же нет. Студия. Спасибо, Саша, за работу. Это был Александр Пантелеймонов. От него узнали последние новости из Мариуполя. А просто сейчас узнаем подробности взрыва в Харькове. Напомню, менее часа назад он прогремел в центре города. И уже сейчас на месте работает моя коллега Лидия Калинина. Лида, здравствуй. Что тебе удалось узнать? Насколько мощным был взрыв и сколько пострадавших? До нас доходят разные данные, от 6 до 11 человек. Леш, ну начну с пострадавших. По нашей информации, 13 человек увезли в больницы. Один из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро в тяжелом, и еще 6 человек в состоянии средней тяжести. Взрыв прогремел здесь, на выходе из Московского районного суда, у его ворот. Здесь сегодня слушали дело Максима Соколова. Это бывший участник АТО, проукраинские активисты, его обвиняют в незаконном хранении оружия. Это уже не первое заседание, и на каждое из них приходила группа поддержки Соколова, в том числе члены правого сектора. Были они сегодня и на этом заседании. И именно когда они выходили из ворот, и прогремел взрыв. Что именно взорвалось, пока эксперты не говорят, правоохранители пока еще не могут утверждать, что это была именно охота на активистов, и не называют, не квалифицируют ситуацию ни как диверсия, ни как теракт. И пока из последних данных нам стало известно, что одна из пострадавших — это дочь подсудимого Максима Соколова. Мы остаемся работать на месте, так же как и эксперты, и надеюсь, что в следующих выпусках расскажем более подробную информацию. Алексей. Спасибо, Лида, за работу. Это была Лидия Калинина из центра Харькова. Менее часа назад возле одного из районных судов там прогремел взрыв. Американские технологии для украинской стены. Что на Западе думают о заборе на границе с Россией? Какое решение предлагают инициаторам? Есть ли смысл в его строительстве? Подробнее Ярослав Кречко. В проект «Стена» в этом году закопают 300 миллионов гривен. Деньги из госбюджета. Пока это всего лишь противотанковые рвы и металлическая сетка. Только часть которых в прошлом году уже обошлась государству 100 миллионов. Представители американской компании, технологии которой использовали при постройке стен между Израилем и Газой, Испанией и Марокко, в таком украинском заборе на границе с Россией смысла не видят. Реализация данного проекта подобным образом, естественно, не является ни препятствием для преодоления ни диверсионно-разведывательными группами, ни, собственно, регулярными частями. Как такого проекта «Стена» мы не нашли. Мы нашли несколько эскизов, там, где была бетонная стена. То есть мы увидели несколько фрагментов, и саму фортификационную систему мы не увидели. Проект, который предлагают американцы, используют для защиты военных полевых лагерей. Укрепление – это короба из металлической сетки. Внутрь вставляется мешок из геотекстиля, куда и засыпается песок. Эта основа возводится очень быстро, а дальше можно уже заливать бетоном, устанавливать электронные системы и все остальное. Правда, сами инициаторы проекта признают, стена может лишь задержать армию противника, да и то на несколько часов. Можно любую стену взорвать, можно в любую стену, можно разобрать и так далее. Уже говорить о крупных танковых силах или там еще каких-нибудь, мы эта стена, никакая стена такая не выдержит. Примеров в истории масса. Линии Мажино, Маннергейма, авторы украинской так называемой стены об этом очевидно знают. Но деньги на проект правительство продолжает выделять. Результата нет, и в условиях войны он вряд ли будет. Разве что те, кто стоит за проектом строительства, смогут пополнить свои карманы. Ярослав Кречко, Александр Данилов и Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Угроза духовным то ли скрепам, то ли скобам в России. Кого разозлил Левиафан? Кто не хочет узнавать в картине себя и что грозит авторам фильма? Знает наш московский корреспондент Данил Русаков. Чернуха в духе 90-х, все это в угоду Западу. Вот так российские чиновники отозвались о новой ленте режиссера Звягинцева «Левиафан». Следов финансирования госдепом пока, правда, никто не обнаружил. Зато вся государственная машина хором распевает показанное в фильме полное вранье. Чего тебе надо, власть? Вот это все.
Режиссера Звягинцева назвали персоной нон-грата в Омске, актеру, сыгравшему архиерея Валерия Гришко, устроили активную травлю на родине в Самарской области. Местные депутаты отправили в департамент культуры гневную петицию. В ней обвинили Гришко в двуличии, проживании за счет бюджетных средств, а еще, цитата, в изощренном поношении российской власти. Написано, разумеется, с большой буквы. Сам фильм рассказывает о спайке власть, суды, церковь и о человеке, который благодаря этой спайке остался ни с чем. Насколько я понимаю, наверху еще конкретного решения по поводу того, что делать с фильмом, нет, поскольку вот все-таки есть некоторый шанс, что он получит «Оскар», и тогда не замечать его или не признавать будет абсолютно невозможно. А вот фотографии мест, что называется, с натуры, где производили съемки. Все это не декорации. Журналисты одного из интернет-порталов специально выехали на русский север, дабы увидеть все своими глазами. Тем временем уже появилась какая-то статистика. Якобы 48% россиян назвали фильм антироссийским. Получилось, как в том анекдоте. Не считал, но осуждаю. В массовый прокат «Левиафан», кстати, еще не выходил. Скандально известного министра культуры Мединского пока никто не пнул. На одной из пресс-конференций, говоря о духовности и каких-то скрипах, крепах произнес выражение, которое мы, к сожалению, полностью в эфире повторить не сможем. И снимают кино по принципу «Добрашка, бедняжка». Любимая дорога моя, Шереметьево, Москва, Шереметьево 2. Но, как оказалось, чисто юридически правительство тоже приложилось к созданию фильма. Вот логотип Министерства культуры в титрах. Теперь назревает скандал. Сам Мединский по поводу фильма уже высказался, на всякий случай сообщил. Его возмущают, как показана русская православная церковь. Тем временем на местах некоторые чиновники уже планируют опережающие инициативы. Хотят запретить ленту к показу в своих отдельно взятых регионах. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро телеканала «Интер». Ни «Интер», ни «1+1», ни ТРК «Украина», ни новый канал в новогоднюю ночь закон не нарушали, заявил министр информационной политики Юрий Стець, комментируя появление на экранах украинских телеканалов российских звезд. Речь идет о Кобзоне Валерии Газманове. Он же напомнил о своей идее внести законопроект, который бы запретил показывать персон нон-грата по телевизору, кроме новостных передач, и заверил, что не собирается закрывать ни одно СМИ в Украине, а регулирование их вскоре станет вообще невозможным. Но вот 1 января секретарь СНБО Турчинов заявлял, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен срочно рассмотреть вопрос о лишении телеканала «Интер» лицензии. Мол, показывая российских звезд, он стал составляющей информационной войны. Ни один другой канал он не назвал. Интересно, что информвещание телеканала «Интер» последовательно критиковало действия Турчинова на посту спикера Верховной Рады, исполняющего обязанности президента Украины. Портнов подал голос. Бывший замглавы администрации президента записался в тролли. Кого попытался троллить и зачем, Алексей Пшемыский расскажет. Явление народу. Жив-здоров, вполне упитан и даже троллит. Экс-замглавы администрации президента Януковича Андрей Портнов, против которого открыто уголовное дело за злоупотребление служебным положением, вышел на связь. Сам позвонил в милицию и рассказал, где прячется. Я по объявлению. Я хочу адрес свой сказать. Можно я вам адрес укажу? Свой телефон еще раз. Да, чтобы мне легче было разыскивать. Город Москва. Улица Маленковская. Дом 32. Там ли он, неизвестно. Но с этим московским адресом Портнов действительно связан. На Маленковской 32 на него зарегистрирована юридическая фирма. То, что беглец в России, для наших правоохранителей не новость. Шутку в МВД не поняли. Не є секретом того, що Портнов перебуває в Москві, в Російській Федерації. Наразі справу розслідує Портнова Генеральна прокуратура. І я думаю, що найближчим часом будуть відповідні результати. Портнов, курірувавший при Януковичі судебну реформу, до сих пор контролирует внушительное число українських судей, считают політологи, а потому уверен в своей безнаказанности. Он уверен в том, что он еще и вернется в Украину. То есть он сознательно, в отличие от многих других беглецов, не принимает российское гражданство. Он решил попросту свести ситуацию к абсурду. Зачем же звонил? Обычный пиар, уверены эксперты. Виновные в расстреле майдановцев и краже миллиардов из казны украинские беглецы в России жируют. Бывший владелец «Золотого батона» раздает интервью. Кто-то отращивает бороды и ездит в Крым. Другие, как, например, бывший главный налоговик Клименко, хвалится не миллионами, а бутылкой водки. Явно не для этого их прикрывает Москва, уверены политологи. И вполне возможно, что они могут стать для Путина разменной монетой. А чтобы избежать
избежать этого. Из кожи вон лезут. Напомните себе. А места для них на скамье подсудимых уже уготовлены. И не только в Украине. И кто будет шутить последним? Вопрос. Так что водку лучше поскорее допивать. Алексей Пшемыский, Сергей Еременко. Подробности, телеканал Интер. Генеральный прокурор сам просится на ковер к депутатам. Копию запроса Виталия Яремы к спикеру Гройсману на своей странице в Фейсбуке разместил его старший помощник Валерий Карпунцов. Согласно документу, глава ГПУ просит отчитаться в Раде в ближайшую пленарную неделю. Хочет рассказать о расследованиях резонансных преступлений, в первую очередь на Майдане, и хищениях бывших чиновников. Запрещенные демонстрации и полицейские рейды. Кто угрожает противникам исламизации в Германии? И сколько предполагаемых джихадистов сейчас находится в стране? Татьяна Лагунова подробнее. Это первый понедельник за последние месяцы, когда в Дрездене не будет демонстраций никаких из соображений безопасности. Под запретом все митинги и отменили их из-за одного – марша сторонников Пегида, движения, которое выступает против исламизации Европы. Полиции Дрездена стало известно, что во время акции возможен теракт. Вернее, покушение на лидера и идеолога Пегида Луца Бахмана. Эту информацию подтвердила его ближайшая соратница и пресс-секретарь движения Катрин Ёртель в эфире популярного немецкого ток-шоу. Нам сообщили об угрозе со стороны исламистов. Они планируют атаку против организаторов. И, конечно, мы согласились, что это опасно и для нас, и для людей, которые выходят на улицы поддержать движение. А сегодня в компании с Ёртель перед журналистами появился и сам Луц Бахман. Обычно он не общается с журналистами. Немецкие СМИ, по его мнению, лживые и очерняют цели движения. Но в этот раз Бахман сделал исключение и согласился на пресс-конференцию. Рассказал, что Пегида не запугать, и уже в следующий понедельник в Дрездене состоится шествие. Сейчас мы совместно с властями работаем над концепцией безопасности. Я не могу сообщить детали. Эта информация может быть использована против нас. Обеспечить безопасность во время акции Пегида призывают и немецкие политики. Мол, с идеями категорически не согласны, но в Германии у всех есть право на свободу демонстраций. Кроме того, всяческие запреты и отмены только на руку движению. Его лидеры могут создать себе образ мучеников, которым угрожают, и тем самым привлечь в свои ряды новых сторонников. Демонстрация в Дрездене отменена, но акции Пегида не единственная потенциальная мишень террористов. По данным спецслужб, в зоне риска еще и центральные железнодорожные вокзалы Берлина и Дрездена. Их тоже усиленно охраняют. Ну а полиция тем временем пристально следит за теми, кто, по ее мнению, может представлять реальную угрозу. По приблизительным подсчетам, таких в Германии почти 300 человек. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности, немецкое бюро телеканала Интер. Как отучить врать в СМИ? Отличный пример показали французы. Всего за 3 дня добились извинений из-за океана. За медиавойной наблюдала София Гордиенко. Это произошло после трагедии в Шарли Эбдо. Париж превратился в горячую точку, откуда все время поступают новости. И порой весьма странные. Такой ужасной правды о себе французы даже не знали. Оказывается, у них в столице есть целые районы, полностью подконтрольные исламистам, куда полиция не имеет права сунуться. Все согласно новостям Fox News. Все началось с того, что Fox News распространил вот эту карту с no-go-зонами, описывая их так. В эти no-go-зоны полицейским нет доступа, как и не мусульманам. Здесь люди носят футболки с Усамой Бен Ладеном. Там не действуют французские законы, там царит закон шариата. Рассказав об опасном Париже, эксперты Fox News прошлись и по Британии. Да что там Франция? В Англии есть целые мусульманские города, как, например, Бирмингем, куда иноверцы не могут попасть. На такую откровенную ложь отреагировал сам обитатель 10-го дома по Даунинг-стрит в Лондоне. Я овсянкой подавился, когда это увидел. Подумал, первоапрельский розыгрыш. Этот человек должен быть совершенно неадекватным. А вот французским политикам круассан поперек горла не встал, никто на ужасные новости внимания не обратил, поэтому честь республики решили отстоять журналисты одной из самых популярных развлекательно-информационных программ «Пятижурналь». Они нашли собственного корреспондента Fox News в Париже, который и поведал о no-go-зонах. Здравствуйте, вы Грег Палькот из Fox News? 2 минуты о вашем анализе и ситуации в Париже. Пожалуйста, остановите камеру. Вы должны обратиться к моему руководству. Почему вы врете о no-go-зонах?
Буду рад с вами пообщаться, если вы получите разрешение моего руководства. Нам нужны объяснения от Fox News, не от их экспертов. И нам для этого нужны вы. Вот имейл директора Fox News. michael.clemente@foxnews.com. Не стесняйтесь и превратите его почтовый ящик в no-go-зону. За 5 минут на электронный адрес директора и вице-президента компании Fox News пришло 20 тысяч писем с требованием извиниться. На сайте телекомпании даже пытались убрать все контакты. Не помогло. Сообщения продолжали сыпаться, и американцам пришлось отреагировать. В последние недели мы допустили существенные неточности, освещая жизнь мусульман в Европе, особенно в Англии и Франции. В частности, рассказали о no-go-зонах, куда не может попасть ни полиция, ни люди, не исповедующие ислам. Так вот, нет никакой достоверной информации о таких местах. Мы приносим наши извинения всем зрителям, а также французам и англичанам. Метод оказался более чем действенным. Никакой контрпропаганды, никакого встречного вранья. Просто активность журналистов и самих французов. Кстати, метод применимый везде, в том числе и в Украине. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Вот о чем не то чтобы врут, но не договаривают украинские учебники. Поговорим во второй части выпуска. Кроме того, кто стрелял под окнами Байдена и еще много интересного. Табачник в бегах, но дело его живет. Как долго школьники будут учить историю по учебникам времен Януковича? Алло, мы ищем шпиона. Как вербуют британскую разведку? Руссо-туриста облика аморали. Как из швейцарских Альп нежелательных гостей выживают. Что должны знать дети о революции достоинства? Как через год после трагических событий на Майдане о них рассказывают в школах? Ответ искала Анна Каменева. «94 дня борьбы за свободу. Все помнят эти кадры. Расстрел митингующих на Институтской 20 февраля 2014 года». Но вот в учебнике истории вносить раздел о Евромайдане в Минобразование не спешат. Ни в этом учебном году, ни в следующем. И пересдавать пособия не станут. Медведь-волонтер Олеся 20 февраля запомнила на всю жизнь. Тогда снайпер ранил ее в шею. Страшно было, звичайно. Я думаю, неправильно те, що вони не хочуть вносити це в підручник історії, так як це є історичний факт, який відбувся в нашій країні. В Мінобразовані об'ясняють, ищут об'єднюючий формат для описання событий на Майдані. Но искать можна годами, да так і не найти. Кути згладжувати не треба. Я ж кажу, що ми згладжували ці кути впродовж 20 років. Або ми будемо прибічниками державотворчого процесу українського, або ми ляжемо під Росію. Третього зараз нема. Широкими мисками, да, можемо, цілком можемо написати і про Майдан, і про дії Путіна. Да? А от деталізацію вже якусь, це вже можна робити потім. Поки в міністерстві працюють над приложенням к учебникам історії о революції достоинства, що обіцяли зробити ще до Нового року, учителя цієї школи взяли ініціативу в свої руки. Я їм пояснюю, як я це бачу. Ми не можемо обійти, бо діти нам не дозволять, вони самі нам не дозволять. Українсько-російські відносини, потім вибори президента. Ми говоримо про четвертого, ми вже маємо п'ятого, ми не можемо. А звідки взявся п'ятий? Четвертий втік. А чому втік? Тому що був Євромайдан. Однак старшокласникам розказів учителя інтернету або телевізора порой недостатньо. У підручнику це конкретно як факт окремі числа, наприклад, загиблих. І це краще запам'ятовується. А поки діти будуть вчитися по книгам 2011 року, тим, які іздавались ще представники Януковича – табачники, з небольшим упоминанням об оранжевій революції і з повною біографією беглого легітимного. А розказати чи ні о Євромайдані і війні, і, головне, як це преподнести, тепер чомусь тільки на совісті учителів. Анна Каменєва, Вадим Свиридонов, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Подробності телеканал «Інтер». И о том, что происходило на Евромайдане ровно год назад, во время трагических событий на Грушевского, сегодня вспоминал радикал Олег Ляшко. Он побывал в памятных местах, связанных с революцией достоинства. Вот мы пережили революцию 2014 года. Так это главное, чтобы нам не даремно была эта революция.
були недоречні, і щоб Україну змінити. Зомби-апокалипсис. Раненый полицейский, а также стрельба под окнами вице-президента Джо Байдена. Что объединяет эти истории, знает Дмитрий Еловский, наш корреспондент в Америке. Трагичный и в то же время совершенно нелепый инцидент произошел накануне в штате Оклахома. Там полицейский по ложному вызову о заложенной бомбе пришел к 29-летнему Далласу Хортону домой. Хортон – поклонник фильмов о зомби и так называемых выживальщиков. Они довольно популярны среди многих американцев. Это люди, которые ждут апокалипсиса и запасаются провиантом и оружием на случай, если миру вдруг настанет конец. Вот полицейский на входе увидел табличку «Сертифицированный охотник на зомби». Но и подумать не мог, что жилец примет его за зомби. В итоге, сразу же после того, как страж общественного порядка переступил порог дома, он получил несколько пуль. К счастью, бронежилет спас жизнь полицейского. Но на этом череда конфузов не закончилась. Оказывается, звонок о бомбе был не с телефона борца зомби. Да и предъявить ему каких-то обвинений власти не могут. Слишком мало показаний. Пока что он задержан, полицейский в больнице. Но вот что дальше делать с этим выживальщиком, на странице которого в Фейсбуке вдобавок ко всему нашли еще и российские высказывания, пока никто не знает. Но еще, инцидент с пальбой произошел и в другом месте, прямо рядом с домом вице-президента Джо Байдена. Говорят, стреляли по его резиденции в штате Делавэр. Сам политик находился неподалеку, но, к счастью, пули попали лишь в стены дома. Стрелок ехал мимо на высокой скорости, однако полиции удалось его задержать довольно быстро. О мотивации пока ничего не известно. Зато известно, что Байден подумывает о том, чтобы принять участие в следующих выборах президента. Так что, скорее всего, стреляли все-таки по политическим причинам. Несмотря на то, что до выборов еще почти 2 года, политики уже оказываются под огнем во всех смыслах этого слова. Дмитрий Еловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Стань Джеймсом Бондом. Как британцы вербуют в шпионы. Светлана Чернецкая из Лондона. Шпион из народа. Британская контрразведка ищет самородков среди обычных людей. На официальной странице MI5 в разделе «Вакансии» можно в прямом смысле играючи пройти тест и получить работу офицера разведки. Главные требования – внимательность и хорошая память. Их наличие у соискателя проверяет онлайн-игра. Ее уже назвали «Почувствуй себя Джеймсом Бондом». Это несколько игровых ситуаций. К примеру, за несколько секунд осмотреться на улице и подметить даже самые малейшие детали. Вопросы о названии дальней вывески, количестве велосипедистов и даже цвете второго проехавшего мопеда. Авторы теста подчеркивают, в роли шпиона вам придется одновременно вести разговор, подслушивать рядом стоящих людей и вести наблюдение за всем происходящим. Так что если вам такое под силу, welcome to MI5. Нам нужны люди со всевозможными навыками, чтобы противостоять угрозам нашего времени. Конечно, у нас есть специально обученные силы, много как и мужчин, так и женщин, но нужно как много больше талантливых людей. Сейчас есть спрос именно на мобильных офицеров разведки, тех, кто сможет затеряться в толпе и качественно вести наблюдение. А для этого выдающимися должны быть исключительно память и внимательность. А вот рост должен быть средним, вид без особых примет. Особенно актуальны такие специалисты сейчас, когда нужно противостоять угрозе терроризма и буквально вычислять джихадистов на улице. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Христиане восточного обряда отмечают крещение. Праздник, завершающий рождественский цикл. Как отпраздновали украинцы, знает Ольга Теребинская. Почти 2000 лет назад в реке Иордан Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. По Евангелию Иисус вышел на берег, услышал голос Бога Отца, и на него сошел Святой Дух. Отсюда еще одно название праздника – Богоявление. В этот день в храмах светят воду. Она целебная, считают прихожане. Возле Владимирского собора, где сегодня патриарх Филарет провел литургию, с самого утра люди выстраиваются в очередь, чтобы набрать святой воды. Один день постоит эта вода дома, посвятим все углы, посвятим квартиру, откроем дверь, засвем свечами, обойдем все, чтобы вышли все плохие духи и чтобы было все прекрасно. Очереди и в Свято-Покровском соборе. Сюда идут и идут люди. Потом многие спешат искупаться. Собрались на Оболонской набережной около 1500 смельчаков. Запас здоровья на целый год, реально. Свежо, да. Очень свежо. Ныряли в воду и на другом берегу Днепра. Гидропарк в этот зимний день похож на летний пляж. Желающих окунуться и здесь полно. Ну, не дуже жарко и не дуже холодно. Нормально. Но понравилось? Ну, еще первый раз. Як тільки що похрестився, як на світ душа обновилася,
і з'єдналася з Всевишнім. Мэр Киева Виталий Кличко также поддержал традицию купания в ледяной воде. Вместе с братом Владимиром и казаками 4-й сотни окунулись в Днепр на Трухановом острове. В Запорожье среди тех, кто нырял в холодные воды Днепра, были и юные казаки. Несколько десятков воспитанников школы «Запорожская сечь» и их преподаватели. Бог наш батько, это Степ Гані. Слава! Слава! У воду! В Черкасах отец Александр сам показал пример прихожанам. Только осветил прорубь и сам нырнул. Хотілося б морозцю, конечно. Трошки так, бачите, не дуже хорошо, коли морозу нема. Искупаться зимой, по словам медиков, весьма опасное дело. Без минимальной подготовки находиться в холодной воде больше 10 секунд нельзя. А после обязательно сразу надеть теплую одежду и выпить горячего чая. Но в такой день, говорят священники, самое главное – верить. Ольга Теребинская, Сергей Бордюжа, Алексей Шматов, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Вот такими были подробности понедельника. Спасибо вам огромное, что смотрели. Хорошего вечера. Прощаюсь до завтра.